июня по декабрь 2018 года во всей Московской области проводятся обучающие семинары про ЖКХ. Этот проект разработали Ассоциация советов многоквартирных домов при участии Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В рамках этого проекта проводятся открытые уроки с первыми лицами отрасли ЖКХ. У нас в наш Сергиев Посад скоро приедет руководитель фонда капитального ремонта Николов Валерий Васильевич. Встреча эта состоится 22 ноября в 17 часов в Доме ученых на Звездочке. Если вы придете на это мероприятие, то получите ответы на многие вопросы, которые касаются, как попасть в программу капитального ремонта, как решить проблемы, которые возникли при проведении капитального ремонта, как провести собрание, то есть и узнать, сколько денежных средств собрано на вашем счете, что вы можете, какие виды работ включить в капитальный ремонт по решению собрания собственников. Встреча состоится 22 ноября в 17 часов. Регистрация начинается с 16 часов в городе Сергиев Посад, улица Институтская, дом 10, дом ученых. Приглашаем принять всех активных собственников, заинтересованных лиц и представителей управляющих компаний.